Раз, смотри, сейчас вот, когда консоль так заворачивается, возможно, будет галстук. Но сейчас просто провалится между строп. Для этого тебе надо, когда начнешь выводить, правой рукой очень резко отработать. То как... Не, левой наоборот. Левой начнешь сейчас, начнешь поднимать, начнет выходить. Давай, попробуй. Вот, видишь, классика получилась. То, что и говорил. Да, смотри, пока не путайся. Вот то, что мы прошли, сейчас попробую сделать на этой стороне. Я тебе показываю галстучную стропу. Она идет у тебя вот, вот крайне. Для этого ты как можно дальше вот здесь вот возьмись за нее, перчатку, начнешь выводить купол. Как только начнет он подниматься, ее резко назад, продерни вот этот галстук и отпустишь. Вот, все, и подойди. Отлично. Все. Ну, немножко давление, нагрузку не сохранил, поэтому она так и упала. Все, вот нагрузочка, раз, все. Если фронталка происходит, а ряды лучше отпустить. Иначе все это переходит в бабочку. Если вот у тебя лобик подсложился, ну, лоб параплана, это называется фронтальное сложение, подворот. Если оно у тебя на земле произошло, тебе надо просто а ряды, вот, за которые ты держишь крыло, отпустить и зажать клеванты. И оно просто перенаполнится. А если этого не сделать, у тебя будет развитие бабочки. То есть консоли начнутся, ну, пойдут навстречу друг другу. И ты потом противодействие, вот как сейчас, вот, будешь их путем зажатия глубокого клевант, будешь выводить, чтобы крыло ровно упало. Чтобы этого избегать, ты просто увидел сложение, отпустил ряды и зажал клеванты симметрично. А?